Посмотрим, что творится в мире. В столице Египта, Каире, вблизи полицейского поста прогремел взрыв. В результате теракта погибли двое полицейских и четверо пострадали. Еще двое смертников подорвали себя в районе административного центра провинции Южный Синай. Один из террористов привел в действие взрывчатку вблизи армейского блокпоста. В результате погиб один военнослужащий и ранены трое. Целью второй атаки был автобус, перевозивший местных жителей. Там пострадали пять человек.